Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры! Ланч, леди! Укради 10 записок теста ответов на вопросы школьным экзаменам. Ребятки, всем здорово, с вами по-прежнему Верфони Буби. Добро пожаловать в игрушку под названием Ланч, леди! Всем хай, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребятки, мы продолжаем играть во всевозможные страшилки. Сегодня мы с пацанами втроем проникли в школу. Мы пришли сюда специально ночью, потому что нас ждут страшные экзамены. Нам предстоит сложная работа, опасные контрольные задания. И мы пришли с пацанами в школу ночью для того, чтобы украсть ответы на экзамены. Но как только мы сошли в эту школу, двери захлопнулись. Нам нужно собрать 10 записок, 10 ответов на экзамены и выбраться отсюда. Но, друзья, не все так просто. В этой школе обитает страшная повариха, которая будет преследовать нас. И она не просто нас будет ловить и ругать за то, что мы хотим списать экзамены. Она нас, друзья, будет убивать! Поэтому поставьте лайкусик, если не успели поставить за 3 секунды. Вторая попытка. Заранее огромное спасибо. Ну а мы с пацанами начинаем наши эпичные приключения в школе. Ну что, парни, с чего начнем? Погнали это, поищем записки вот эти, как раз таки начнем искать их. Все правильно, не просто записки, а ответы на экзамены. Слышите, парни, а вам немножечко не страшно, блин? А? Да не, нормально, страха пока что нет, никого нет, я думаю, тут на самом-то деле. Это все байки, рассказы. О, я ключ нашел! О, хорош, Бобби! Hallway C, это от какого-то C коридора. Ладно, парни, но перед тем, как мы пойдем в Hall C коридор, давайте все еще здесь исследуем. Парни, ключик. Еще? Да-да-да, вот-вот-вот, возьми. Где, Бобян, давай я возьму, покажи. Вот-вот. Где-где-где? А вот. О, это у нас холл А, парни. Нифига, понятненько. Так, ребят, мы нашли какие-то ключи, но мы пока не знаем, что они дают, блин. Так, ну-ка. О, я нашел еще аптечку, парни. О, найс. Неплохо, а слышите? Парни. А вот экзамен, ответы. Опа. Опа-на. Ответы на вопросы к экзамену, друзья. Первый вариант мы нашли, осталось еще 9 вариантов и сваливаем, парни. Так мы, может быть, это, напишем все один вариант и уже свалим. Ну, так не получится, мне кажется. Давайте, короче, все в коридоре вот здесь сначала посмотрим, а потом будем ходить по всем этим, блин, холл да, A, холл А. Парни! Она существует! Она существует! Давай сюда! Погоди сбоку ее! Ё-моё! Я сникался! Вы видели? Она... Бобиса убили! Она его съела! Ты видел, Андрюха? Она там! Она кидала этот, блин, топор какой-то, нож! Тесаки кидает, братан, давай куда-нибудь бежим от нее. Блин, я думал, что ее не существует, она существует! Не закрыто! Блин, холдце! Слышишь, Бобян, мы тебя спасем потом! Давайте быстрее! Бобис! Я ее подумал! Она меня съела! Окей, я понял, парни! Ой, как стрёмно, друзья! А-а-а, сковородкой по башке! Я лежу. Это только первая записка, да? Да, это первая записка, парни. Она, блин, скримером. Фух, Бобис, я обкакался, мне кажется. Ты как, нормально? Я и в реальности обкакался. Так я про реальность и говорю. Парни, я могу себя поднять, потому что у меня есть медкит. Она ушла? Да вроде как да, блин. Я просто в толчкухе спрятался, а тут это, страшно чуть-чуть. Блин, а как мы Бобиса поднимем? Я вон в этом кабинете, парни. Еще аптеки есть, а? Не знаю, сейчас поищем. Бобян, ты, короче, лежи пока, мы тебя сейчас, если что, спасем. Капец, ты смешно бегаешь, Димон. Да, да ты тоже, Андрюха, блин. Такое чисто, как будто это... Обезьяна. Кентавр, обезьяна, да. Кентавр, блин, давай как-то Бобиса спасать, пойдем мы его посмотрим вообще, блин, где он. Где он там валяется? Я на первом этаже, вообще-то, парни. У Бобиса, блин, стратегический ключ от сектора С, блин. Кстати, да. Бобис, у тебя, блин, вообще-то ключ, мы без тебя никуда не пойдем дальше. Ну, лечите меня, вы где? Так аптечек нет, Бобян. Найдите. Я хотел спасти тебя, но в итоге спас себя, Бобби. Ну, да, молодец. Вот-вот, да. Парни, вот. О, ползает, смотрите. Может, его можно так без аптечки поднять, блин? Да навряд ли, слушай, может, он доползет уже, а? Да куда? Блин, никак тебя, Бобис, не по а это. Куда мне ползти, может, я вам дверь какой-то круто погибну здесь. Так, гейт А, пойдем в гейт А, вот здесь гейт А, здесь я был. Сейчас, Бобян, мы тебя вытащим, блин. Да давай, я буду за вами ползти. Офигеть, ребят, на самом деле жуткая игра, потому что, блин, вы видели, только первая записка, а сразу это, блин, повариха нас схавала, блин, всех.
А еще 9 надо найти. Еще, блин, 9 записок, но мы найдем, я думаю, блин. Сейчас Бабяна только поднять бы, блин. А вы этот пропустили, по-моему, туалет, да? Да фиг знает, Бабян, мы тут везде бегаем, мы ищем все. О, тут слишком много классов, нормально. О! Парни, второй ряд! Она рядом где-то! А я нашел аптечку! Она рядом? Бобизяк? Парни, давайте ко мне! Слышите, может Бобиса спасать не будем, если она рядом? Ладно, да давай, поднимем его. Спасай быстрее. Давай, Бобизяк. Давай. Вставай, Бобис, блин. Смотри, смотри, встает. Молодой, давай. Ебой. Опа. Фух, так, пойдем тогда исследовать этот отсек, парни. Раз. Погнали там. Слышь, Бобян, у да. тебя ключ от цех коридора. Она ну где-то да, близко? Да. Рычит, слышите? Да. Где все? А-а-а. А где она? Дверь. Фонарик. А где она? Да нет, она просто рычала. Она где-то рядом просто, парни. Давайте будем осторожнее, иначе все, потеряем ключи, не сможем открыть. Давайте все вместе бегать. Смотрите, блин, мы, парни, вон, вообще-то уже столько комнат посмотрели, а больше ничего нет, блин. Вы где? Записок нет, да здесь, а здесь. А. Вот. Ну вот сюда. О, что вот тут, парни? О, ключик. О, это надо. Стратускасия какой-то. Это от лестницы, походу, стратукасе. Так, от лестницы, ребят, какой-то ключ, блин, Андрюха у нас переводчик. Третий вариант, ой, парни! Всё, капец, парни! Живем! Кайф! Сдадим экзамены! Живем! Так. Вот. О, меткит. О, давай, хорош, Бабян. Смотрите, АБ! АБ! Нет! Холвей Б, есть такой ключ? Нет. От кого? Нет, нету. Так, ладно, ищем, ребят. У нас уже три варианта. Парни, надо рядом. Да я слышал, вот тут, блин. Вот тут Бабян, вы заметили, друзья? Бабян больше всех переживает. Вообще, так блин. Я тоже переживаю. Бабян паникер, блин. Что вы паникуете, парни, блин? А все нормально. Ни у кого, блин, у нас нет. У меня А и Стратусварис. Стратусварис, может, откроем, пойдем. Так, пойдем откроем Стратусварис, блин. Это куда? Где? Бобис. Бобби. Парни! Бобис! Вот он, смотрите, беги. Или нормально. Откроем все-таки Хэллоуэй С Бобиса. А где Хэллоуэй С-то? А фиг знает. Вот именно. Вот, Хэллоуэй С. Нашел еще одну. Хорош, вон, Хэллоуэй С направо, погнали, блин, Бабян. Парни. Давайте. Выходи в коридор, Андрюх. А, все, я еще аптеку нашел. Все, ой, теперь все, страха nice. Точно нет. Выходи, пойдем в Хэллоуэй С, вот туда вам, вот туда. Ага. Идем. Так, здесь у нас мы были? А тут мы были, я да, не знаю. Да, тут я был. Пойдем. Так, ребят, все, идем, короче, мы в Hallway C, это, походу... А, это вот мои стратусвари, парни. О, второй этаж. О, это стратусвари, реально. Ну, погнали в стратусвари тогда. А тут подвал еще. Блин, тут лестницы, подвалы, друзья, куда мы пришли? Ё-моё! Лютый страх. Ребят, это просто ужас какой-то. Капец. Надо фух. Было это, хорошо учиться, ребята, чтобы не искать вот так вот в ночью записки. В школе. Записка. Выйди, мы парни. Пятый вариант, мы на втором этаже. Она здесь! А тут ловушка Джокера! Уходим! Бегай! Уходите! Нет! Она меня съела, блин! Погоди! Тук, блин, с коробкой! А, вот, я вижу! Погоди, Бобис, оттуда, сейчас мы тебя поднимем, Димон! Вы сами убежали-то? Ну да, вроде как. Поднимайте, она ушла. А у кого аптечка? Бобис, ты на втором этаже бегаешь? Да, Бобис, я на правую кнопку мыши, блин! Все, держи, Бобян! Она близко? Просто проблема, она за мной бегает. Так, Андрюх, уходи от нее куда-нибудь. Я пытаюсь, надеюсь, что тут двери не закрывали, иначе я тут погибну. А вы сможете мне открыть проход, тут где вот вы как раз страку касси открывали, там еще дверь была. Не, Андрюх, мы на втором этаже, ты там побегай, пожалуй, блин, мы тут все обыщем. Спасибо, ты умер? За помощь, нет. Да, ну не умирай, Андрюх, мы посмотрим сейчас, тут и придем. Парни, ну спасибо. Как, Андрюх, ну как? Короче, она, походу, развернулась за вами, она услышала, что вы тут такие проказники. Ты чё, офигел? Решила... Так она реально у вас на втором этаже! А, да, она на втором этаже! Так и чё нам? Парни. Ну, давай, а давай вниз, парни, просто, Бабян, давай вниз и все. Ага. Я бегу. Андрюх, ты где, блин? Мы в какой-то... Ну вот тут, сейчас я буду стоять у двери, и вы мне откроете дверь. Тут какой-то подвал, я вот, в подвале. Вот, цех, Hallway, откройте. Давай. Она у меня! Я в подвале! Быстрее на второй! Ребят, мы разделились! Парни! Парни, я в столовке, и я нашел записку. Бобис, давай столовку спускайся. И аптечка, она в подвале, да, внизу, там ее логово! Ребята, логово поварихи! Ай, она за мной! Тихо, блин! Смотри, Андрюха! Парни, на втором этаже! Фу, блин! Бобян, нам 4 варианта найти и можно сваливать. Парни, она за мной! Ну а что нам сделать, Бобис? Не знаю! Мне аптечка, если что, тебя поднимем. Да, она кинжал достала.
Офигеть! Надо спасать Бобиса, походу, видишь, он тут почти что обсикался. Так, ладно, Бобян, мы к тебе, мы к тебе. А где Бобян? Ну, можно здесь пройти, на втором этаже. Она где-то орёт. Бобис, Бобис, выбегай, если что, оттуда. Я не знаю, выбегаю, выбегаю на первый этаж. Давай на первый этаж, Бобян. Так, она на втором, по идее, правильно? А, у меня ключей нет! Все, я погиб. Ты погиб? Нет, на первом этаже, парень, на первом этаже. На Бобис, первом. А ты открыл холл В? С. Я на самом первом, парни. Андрюх, он коридор С открывал? Я не знаю. Бобян, ты открывал коридор С? Да, нет. Надо, чтобы ты открыл его, блин. Я, ой-ой-ой, логово, она за мной. Ой-ой-ой. Бобис рэп читает, блин. Да мы на первом этаже, Бобис, а ты где? Я мимо ее логово пробежал. Так это ты в подвале, блин. Блин, Бобис, ты потерялся, парни. Так это ты в подвале, блин, Бобян. Я бегу в начало. Останься там, Бобис, мы идем к тебе. Не-не-не, стойте, я на... Вот, бегу. Так, ты куда бежишь? Куда ты бежишь, Бобян? Мама за мной бежит! Где он? Где вы были, блин? Так, ладно, давай мы его поднимем, короче. Ты где лежишь, Бобян? Блин, ну как вам объяснить? Не знаю. Где сидит ящик? Вместо записок искать Бобиса. Орёт. Да, ребят, нам вместо вариантов ответа теперь Бобяна искать, блин. Куда ты убежал, Бобис, блин? Ну, я не знаю, короче. Бобис, ну нормально. Расслабься, Бобис, все хорошо. Где ты, Бобян, лежишь? Я, короче, это, ну как вам объяснить? Я не знаю, как вам объяснить даже. Ну ты вот с подвала выбежал, куда пошел? Направо. Понял. Ладно. Направо, погоди, так это, наверное, надо туда идти, да? Короче, Бобян, ползи, блин. А вон она, Андрюха, там ходит, блин, но мы туда не пойдем. Не надо, не нам надо. Я, короче, вот, зад нее. А, зад нее? Да-да-да-да. Ну ползи в другую сторону. Парни, стойте. Ползи в другую сторону. Она стоит, смотрит что-то на нас. Блин, она там, ребят, мы Бобиса не можем подойти, блин, к нему. Ага. Бобян, иди вот, где мы начинали, блин. Знаете, короче, где? Ну? Как спать это самое, со второго этажа. Во, кто это? Это я, блин. Так во, где здорово, ты вообще? Парни. Ты не рядом с ней, где блин. Где ты видел? Чё ты врёшь, блин, она с другой стороны. Давайте, поднимайте. Бобян обманщик, блин. Он просто паникёр. Пойдём С откроем. Где оно? Пойдём, найдём С и откроем. Стойте, а, во. Так, Андрюх, гоу. Да-да-да, давай, давай, веди, веди. Вот, смотрите, помню, А, Б. А мы в С, походу, сейчас. Я не знаю. Кол Б, блин. Парни, мы, походу, чё сейчас же? В С бегаем или нет? А может быть. Нет, С у меня ключик еще есть. Так он и будет у тебя всегда, а, блин. Да, ну значит, да. Да, значит мы в С бегаем. Вообще-то да, блин. А как понять, где С, а где Б? А вы хорошо, парни, проверили все этажи там? Нет, нифига, мы вообще быстро все пробежали, блин. Давайте вернемся на второй этаж. Так, ребят, все, возвращаемся на второй этаж. Ой! Ребята, Бобиса вырубили, пока мы бегали здесь. Бобис, ты где умер? Меня сковородкой придушили. Пойдем, Андрюх, блин, а как ты, Бобян, вот мы бежали, а ты... Дверь не открываются, блин. Ну да, так потому что надо со мной бегать рядом. Ну так бегите. Ну я на лестнице, вот. Андрюх, поднимай его. Поднимай его. Все, не закрываем двери, парни, она там на первом этаже ходит, там у нее бесы. Так она, может, сама закрывает двери, она сама, мне кажется, закрывает, да. Я, короче, знаете как, я выхожу, и она слева от меня стоит прям. Ого, блин. Так, а вот тут мы были? Парни, вот тут мы не были. Это кабинет химии, да? Я не знаю. О, тут записка. Уу! Что, капец, блин. Седьмой вариант, парни, седьмой. Она орёт вообще жестко. Ищите ключи. Нам нужен ключ. Ключик. От Б? Б. А нет, про офис. Это на втором этаже, наверное, было где-то, нет? А, да-да-да, Бобис, иди за мной. Пойдемте, парни, быстрей. Так, идем. У нее же там потом безумие начинается, чем больше мы вариантов своруем, она более безумной становится, поехавшей. Да, все правильно. Вот сюда, Бобян, открывай. Давайте. Все, пойдем, ищем здесь что-нибудь. Аптека, о, записка! Еще одна! Дверь! Да, Бобян, открывай здесь! Открывай! А тут что у нас? Ищем! У нас 9 вариантов, парни! Она сейчас будет супер страшная, уходим! Это я там, парни! Сваливаем отсюда! Все, расхити ее. Полосите! Парни, уходите оттуда, блин! А тут ловушка, тут нельзя перепрыгнуть. Уходи! Максимально бегите, парни, одна течка. Помогите! Уходи! Парни! Димон, помоги! А как мне ее отвезти? Я не знаю, она прям стоит у стула. Я в заднем окошко смотрю. Блин, а вы че, все здесь? Ну да, тут нельзя перепрыгнуть это кресло. А слышь, а попробуй поднять меня. А что будет? Так, погоди. Я могу тебя поднять, да, мне кажется, она тебя сразу же загасит. У меня одна аптека больше нет. Я думаю, ничего не будет, поднимай. Поднимай! Поближе. Давай!
Я сейчас сразу убегу. Давай. Надеюсь, получится, братан. До свидания. Я в ловушке, парни, мне нужна помощь. Парни, а как мне, блин, без вас восключи и все? Так, погоди, Бобис может выйти против. Бобис, выходи, как я, блин, иди. Нет, парни. Выходи, Бобян. Бобис, давай. Бобис, не бойся. Нам последний вариант. Выходи сразу. Налево, налево. Пиши. Лохушка, пока. Лохушка, Бобис, беги. Беги, 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 беги. Давай вниз. Она со мной бежит, парни. Ладно, ладно. Я взял удар на себя. Уходите, парни, ищите последнюю записку. Нам надо... Нам надо найти ее. Надо найти, да. Все, она ушла, парни. Она отвалила. Фух. Вот эта операция по спасению рядового овершоу прошла успешно. Вот это, друзья, надо всем уроки учить, чтобы потом не бегать, блин, от этой училки, блин. Она со мной, парни, короче, бегает, но далеко, блин. Ищите, короче, последнюю записку, ищите ключ. Либо холл Б, либо холл С, либо чё, блин. Куда-то надо идти, парни, потому что на втором этаже, мне кажется, мы все нашли. А нет, по-моему, нет. А что нет? Что там еще было? Не знаю, тут вот кабинет еще есть. Ну открывайся, смотри, Бобян. О, медкит. О, живем. Так, отлично, можно умирать. Да, если что, друзья, не страшно. Но она за мной, парни, блин, я как бы, она далеко, я бегаю, ищу что-то, блин. Но мы тут бегали уже. Ага. Ну да, что, ищите, блин. Да, ищем, ищем. Там либо холл Б, либо холл С, блин, либо куда. Либо ключ найти, парни, либо записку уже, я даже не знаю. Да, там на переходе первый, второй этаж стоит, так что мы осторожно можем пойти за тобой. Аккуратненько, да. Но я пока, блин, еще столовку посмотрю. Бобби, что за тобой бежит? Нет, да все, у меня капец, парни. Ну почему ты туда пошел вообще? Бобян, она на перехвате. Ты руинер, Бобян. Ты сразу сдох. Короче, ребятки, в этой игре, оказывается, все спавнится на ходу, и в подвале последняя записка, пацаны нашли ее, а ее там не было, вот последний это экзамен, последний вариант, блин, все, я бегу к пацанчикам. Давай быстрее. Сейчас будем подбирать, ребят, и будем уходить, наверное, оттуда, правильно? Да-да-да, давай быстрее. Ну, берите, парни, наверное, записку тогда уже. Да? Ну, не, подождите, наверное, ща. Она тут гонится. Я близко, парни, где там? Давай-давай-давай. Я в подвале уже, вы где? Мы тут в столовке, там, где ее плесень находится. В столовке? Быстрее. Реально? Последняя записка? Бери, вот она, вот, вот она. Вот она, давай. Так не было, парни, записки, она в натуре заспавнилась. Все, уходим. Все, берем ту за эксит. Сваливаем. Ребят, понимаете, тут реально записки спавнятся даже во время игры. То есть, блин, ее не было точно на том столике. Железобетонно. Направо. Давайте, давайте, уходим, Повариха парни. Повариха раскидывает записки по ходу, проказница старая. Фух, блин. У нас есть 10 вариантов ответов. Уходим. Любой математичка поставит 5. Все, давай, давай, go to the club. Погнали, мужики. Поешь, давай, это, старуха. Все, все, все. Одному не убежать, только с друзьями. Вы выбрались. Вот это да, друзья. Ну что ж, ребятки, вот такой вот ролик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, называйте лайки, про колокольчики, про положение комментарии. С вами сегодня были Оверфон и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем баю-бай, дорогие друзья. Дайте, чуваки.